Всем привет, ребята, с вами я, Жека Проблокс. Сегодня будем играть хобби. Это хобби называется побег открытых джунглей, можно сказать. То есть начнем у нас первое, это у нас суббота, это. Сейчас будем проходить, тут чуваки уже тут начинают осваиваться. Тут игрушки какие-то, обезьянка, бегомочек, черепашка и мишка. Смотрите, ой, чувак как-то зацепился, надо быть аккуратным. Не как чувак. Все, я это сделал. Теперь вот так походим. Так, надо аккуратно, чтобы это не попасть никакой. Из этих штучек. Так, смотрите, что это такое? Ребята, уже кто-то пуляется. Ах, уже обезьянки пуляются за нас. Бананами. Эх, видишь, я вообще так сейчас кидает. Все, сюда ливаем, все. А, ну зато я успел чекпоинтиться, да? Ты успел? Да, я успел. Окей, ребята. Так, теперь мы проходим дальше. Так, вот так проходим, вот так. Ну все, теперь дальше вот так проходим. Дальше у нас какие-то колеса. Не знаю, что это за колеса. Черепашка опять какая-то. Так. Что-то у нас дальше. Слоны, кажись. Они надо, кажется, прокрутить. Да нет, не знаю. А как их пройти? А, да, что? Как их пройти? А, вот так. Давай слон. Походу дальше. Еще один слон остался. Давай. Заканчивай свою пискую штуку. Все, закончил. Бежим дальше. Так, бегемот. Какой-то злой бегемот. Офигеть. Что сейчас будет? Мы, кажется, на камушке, просто я водой зацепился. Так, окей, идем по камушкам. Так, теперь сюда. Бегемот что-то делает? Бегемот просто так смотрит. Не знаю, да. Кажется, NPC бегемот. Ну вот, если бегемот шевелится, значит, это NPC, который шевелится. Блин, я упал. Они еще прозрачные, ребята. Надо быть аккуратнее, кажись. Так, все, я понял, это грунт. Так, бегемоты, нельзя на них. Вон, видите, камушек. Вот дальше туда. Я думаю, туда еще дальше. Ну ладно. Все, побежали. Змеи, надо их так обойти, чтобы они на нас не напали. Вот, видите, мы прошли. Так, какой-то мужик опять говорит, как курить. А, ну это штуки те, они эти, легкие. Ну, для меня они легкие. Может, я в будущем зацеплюсь на какую-то? Нет, я не зацеплюсь. Так, теперь я пойду сюда. Ага, рыбки. Это уже мертвая рыбка. Смотрите, что это? Акула, прикиньте, как я умер, кстати. Кстати, как я умер? Я не понял. Рыбка тоже убивает? Не знаю. Ладно, рыбка не убивает. Кажется, я это, зацепился хвостиком. Акула, так, смотрите, акулы, медуза. Так, она нас наливает. Все, мы сделали уже все. Так, дальше чекпоинт. Так, вот такие. Блин, ну что, горячие? Зачем туда горячую воду выливают? Я обжегся, если кажись. Или она сильно холодная. Не знаю, как это, да? Горячая там, либо там лаву заливает маскированную. Так, дальше. Ступенечки, так, тут, смотрите, как надо, походи, все, пошел, нет, не успел, блин, да как я так не успел, просто пройти на индичном уровне. Так, давайте заново, угу. Все, давай, все, закончился, бежим, а типа подальше, все, теперь походим вот эти штуки опять. Так, ладно. Блин, как я зацепился? Ножка что ли зацепился? Как? Разработчик, а ты там можешь пройти вот это? Ну, можешь, просто это. Чуть-чуть открыл. Идем. Так, дальше у нас вот это вот. Так, вот так. Вот так, кстати, ребята, скоро от меня выйдет новый хоррор. Может, я обе создам, ребята. Новый. Обе будет, ребята, я добавлю обе. Я, ребята, добавлю обе про Бургер Кинг, где надо проходить там. И там, ребята, все будет такой крутой, тоже как тут.
Ну, бэш, я тогда... Я в эту игру не добавлю бэш, потому что у меня нету робуксов. Так достаточно. Вот когда у меня, ребята, будет 25 робуксов, я куплю бэш и поставлю его. Чтобы все могли его брать. Ну ладно, сейчас не до этого. Надо пройти вот это, как я это... Не прошел это. Вот тут что-то не пошел. Вот тут. Так, все. Дальше проходим. Яйца какого-то динозавра. Ой, блин. Упала, потому что у меня что-то высвечилось. Не знаю, что у меня сейчас. Так, ладно. Вы, кажется, не видели, но я видел. Все. А, вот музыка просто мешает. Смотрите, музыка. Он. Так, все. Так, все. Прошли кости. Выбрали правильную кость. Вот так называется. Да. Так называется. Следующий. Да, вот я... Я даже ничего не сделала, просто она сама у меня туда потекла. Так. Так, смотрите, опять правильная кость. Слушай, я же правильно, если я это выбираю. Блин, какашки, мы куда попали? Что за рот? Блин, куда я попал? Азап. Куда я попал? Вот говно, как бы это говно, как не хотел сказать. Проходим. Все, пошли. Блин, мои ботинки вымазались. Надо помыть их потом. А, так же Роблокс, блин, вот такой я глупый. Это же Роблокс. Мои ботинки никак вымазались. Ох, я офигел, сейчас скорость безумная была. Как у Флэша у меня была скорость. Ну ладно, ладно. Окей, смотрите, надо тут пройти. Тихо. Тихо. Блин, опять упал. Ну ладно, ладно. Ничего, сейчас будем пытаться пройти вот этот паркур. Блин, неудобно сделали разрабы и показали, как надо бегать. Так, смотрите, мы здесь с человеком бежим. Опа, я прошел. Наконец-таки. Наконец-таки, я умер. Итак, ребята, я прошел это. Сейчас будем проходить дальше. Колеса какие-то, их нельзя, кажется. Все, ребята, я все прошел. Поздравьте, ребята. Вот мы все сделали. Да, тут бейджа, кажется, нету. Ну ладно, хоть это. Может, найдем какой-то бейдж. Да, тут бейджа нету. Ну, хотя бы. Спасибо разрабу. Ребята, крутая игра. Ну, такое смутное. Не смутное такая обе. Нормальное. С вами был Жека Фула. Всем удачи и всем пока.